Два участника акции протеста погибли, более 20 получили ранения в результате взрыва в лагере оппозиции в Бангкоке в четверг утром. Это самый серьезный инцидент после гибели 5 человек в ходе столкновения манифестантов с полицией в середине февраля. Протестующие удерживают палаточные лагеря в столице Таиланда с ноября прошлого года. Они требуют отставки кабинета.